Сначала традиционные поздравления и подарки, после серьезный обстоятельный разговор. Валентин Андреевич попал на фронт в самом начале Великой Отечественной войны. Ему тогда было 18 лет. Он попал в стрелковый батальон и воевал в районе города Старая Русса. Окончил 10-летку. В 40-м году 2 месяца поработал на консервном комбинате, чтобы не болтаться. Вот. И потом в октябре призвали в армию. В армию нас набрали мотоциклисты, шофера, трактористы. Вот такой набор был. И в первый танковый корпус в Псков. За время службы Валентин Андреевич был не раз ранен, но прошел войну от начала до конца. За его храбрость он получил много наград. Среди них за боевые заслуги и орден Отечественной войны 2-й степени. Уже после войны он служил 10 лет в Казахстане на ядерном полигоне, а потом вернулся в Саранск и устроился на завод «Лисма», где прошел путь от простого рабочего до начальника цеха. Артем Сдунов пожелал Валентину Андреевичу отметить еще не один юбилей. Ксения Бебинова, «Наши новости».